Добрый день, дорогие зрители. Меня зовут Юлия, и вы на канале «Карева. Жизнь на Кипре». Я являюсь партнером риэлторской компании и сотрудничаю со всеми застройщиками Северного Кипра. Я с удовольствием помогу вам подобрать недвижимость под ваши цели, как первичную, так и вторичную. Сегодня мы находимся в комплексе, который состоит из множества вилл в Алсанжаке. Мне безумно нравится этот район, мы сами здесь живем. Когда-то про этот комплекс я уже снимала видео. Здесь все квартиры от застройщика проданы. Но на продажу появилась вторичка, но она абсолютно новая. Такая горячая вторичка и по очень хорошей цене. На сегодняшний день эта вилла на вторичной перепродаже абсолютно новая, укомплектованная, я вам ее покажу, стоит дешевле, чем те виллы, которые начинают строиться. Почему так? Ну вот сейчас такое время и такое бывает. Это, я скажу, такой горячий пирожок. Единственный минус у такой недвижимости то, что здесь нет рассрочек. Здесь хозяин хочет 100% оплату. Данный комплекс расположен в Алсанжаке. До колледжа Гао 5 минут на машине, до Ниджат Бритиш Колледж 7 минут на машине, магазины рядом, пляжи, Карван-сарай, Эскейп, Маримонта, Камелот, все рядом, на машине 2 минуты, 3 минуты, 5 минут, Гирне 5 минут на машине. Это очень развитый район, и данная вилла прекрасно подойдет для проживания постоянного большой семьи. Эти виллы построил известный застройщик Каванлар. Качество прекрасное, локация прекрасная и цена прекрасная. 3+1 огромная вилла стоит на сегодняшний день, укомплектованным мебелью и бытовой техникой, 359 тысяч фунтов. Пойдемте посмотрим. Итак, вилла 3+1 с тремя санузлами общей площадью 220 квадратных метров. Заходим. И попадаем в большую гостиную. Она разделена на две зоны. Здесь у нас обеденная зона, я вам покажу. И вот большой зал. Мебель вся новая, красивая. Вот такой большой у нас диван, столик и... Вот зона ТВ. Смотрите, какой огромный телевизор. Вся бытовая техника, все останется будущим владельцем. Здесь красивые потолки. Люстру вы выберете сами, какая вам больше нравится. Здесь подсветочкой под потолки. Очень симпатичная плитка на полу, огромная. И пойдемте зайдем во вторую комнату, которая находится в зале. Я как сказала, что эта вилла подходит для большой семьи. И здесь, посмотрите, огромный стол, 2,5 метра, 3, стулья, комод. Здесь у нас по всей территории виллы есть терраса, мы с вами на нее выйдем. В общем, по площади я скажу, что она как вилла, понимаете? Здесь гостиная огромная, чувствуешь себя как вот в вилле. О, кстати... Тут вот есть шкафчики под лестницей. Очень функциональное, достаточно функциональное. Места много, и это полезная площадь. Теперь мы проходим на кухню. Она находится отдельно от гостиной зоны, больших размеров, с хорошим кухонным гарнитуром, с каменной столешницей, варочная поверхность, посудомоечная машина уже входит в стоимость. Также на кухне у нас здесь расположена очень функциональная зона, шкафчики для хранения продуктов, для хранения принадлежностей, печка, духовка, также холодильник. Вся бытовая техника, я повторюсь, входит в стоимость. И пойдемте, я вам покажу, что же еще есть на первом этаже.
Итак, на первом этаже у нас есть гостевой туалет, санузел с душевой кабиной. Обратите внимание, какая здесь оригинальная плитка. Под старину такая, с такими потертостями, очень симпатичная. Хочу вам показать террасу и улицу. Пойдемте посмотрим. Мне очень нравится вот такая огромная терраса. Вы сюда летом можете вынести стол и здесь завтракать, обедать, ужинать. Хотите, сделайте навес, чтобы вам солнышко здесь не светило. Очень классно. Также обратите внимание, что у каждой виллы есть вот такой навес, и вы можете, вот такая длинная территория, я на примере соседней виллы покажу, так будет удобнее, вы можете хранить 3 автомобиля. Также у всех вилл есть небольшая территория, которую вы можете под себя облагородить и сделать все, что вы хотите. Зону отдыха, кто-то бассейны делает. Также вы можете сделать забор, увеличить, либо живую изгородь. В общем, здесь площадь и земли, и площадь дома, террасы позволяют с этой виллы сделать все, что вы хотите на ваш вкус. Сейчас мы поднимемся на второй этаж. Я вам покажу 3 комнаты и 2 санузла. Обратите внимание, какие большие лестничные проемы. Мраморная лестница, закаленное стекло поручень. Здесь лампочка висит, но вы можете купить шикарную люстру, которая подчеркнет и высоту потолков, и придаст дому такую шикарность. Итак, мы заходим в хозяйскую спальню. Обратите внимание, какие красивые, качественные двери и фурнитура, ручки. Это вот очень, я хочу на это обратить внимание. Также покрытие ламинат напольное. Комната хороших размеров. Вы здесь можете еще установить и стол, и какой-то комод. В общем, здесь стоит кровать большая, двухспальная, 2 тумбочки и еще столько же места. Хочу обратить ваше внимание, что со спальни у вас будет классный вид на море. Сегодня море сливается с небом, оно может быть не так видно, но на самом деле здесь широкая полоса моря. Мне нравится в этой вилле то, что здесь все продумано. В этой большой хозяйской спальне есть еще гардеробная. Это вы мало где встретите, но вот. Вот гардеробная, она большая. Также в спальне расположен как раз-таки хозяйский санузел. Проходим во вторую комнату. У нас здесь живет маленькая принцесса, розовая, такой розовый стиль. Комната тоже хороших размеров. При желании здесь можно разместить и 2 детей. Здесь, видите, и письменный стол, кровать, тумба. Хочу обратить ваше внимание на шкаф. Посмотрите, какой огромный на всю стену функциональный шкаф. Я думаю, что для одного ребенка это даже чересчур, это много. И такие шкафы, они практически в каждой комнате. У каждой комнаты есть выход на балкончик. И вот в данной комнате, посмотрите, какой большой, какая большая терраса, какой большой балкон, который вы можете использовать как сушилку, какую. Просто можете выйти и любоваться. Посмотрите, какой шикарный вид на горы открывается. И 3 комната. Здесь у нас живет Бой. Тоже хороших размеров, стоит кровать, 2 тумбы, также письменный стол, везде окна, очень много окон, светлая комната и огромный шкаф, ну, с таким классным покрытием, супер. В каждой комнате также есть кондиционеры, которые входят в стоимость. Мне нравится эта вилла тем, что она очень функциональная, и все, что в ней, оно такое добротное. Здесь большие лестничные проемы, здесь классное остекление, здесь большие комнаты, большой зал. Вообще хорошая добротная вилла. И 3 санузла. И вот пойдемте, я вам еще 3 покажу. Вот есть классное такое место, вообще хозяйское, постирочное, сушильная машина, стиральная машина. Здесь шкафчики для хранения. Также в этой зоне находится еще один санузел. Эту виллу
построил очень качественный застройщик. И я смотрю, что вот здесь умывальник, мебель для ванных комнат, вот также шкафы в комнатах, зеркала, это все входило в стоимость. Стекло, посмотреть, что даже сантехника из стены, да, выведена, не просто такой дешевая, а достаточно, это уже более дорогой сегмент. Полочка для... Вот, то есть все так предусмотрено, как для себя. Вот полочка, каких-то шампуней. То есть настолько все сделано. Посмотрите, вот душ, да, тропический душ с потолка идет. Ну, я за такую цену вам скажу, что за последнее время я не видела вилл. И вот мне здесь очень нравится. Я бы рекомендовала рассмотреть этот комплекс людям, у которых есть дети. Потому что многие хотят купить виллы, и потом они живут за большим забором, и их детям скучно. Так вот, в таких комплексах, которые состоят из множества вилл, живут люди с семьями, здесь много детей, здесь в каждом доме по несколько детей разных возрастов. Они выходят на улицу, играют в футбол, тут, бегают, прыгают, ходят друг к другу в гости. Это намного интереснее, ну, как для меня, как, у меня есть дети, я знаю, что это такое, чем когда живешь отдельно где-то в горах, в большой вилле, за большим забором и развлекаешь своего ребенка сам. Итак, дорогие зрители, подведем итоги. Я для вас нашла виллу 3 плюс 1 общей площадью 220 квадратных метров. Одна большая гостиная, кухня на первом этаже и санузел, и три больших нормальных комнаты на втором этаже и два санузла и постирочная. Большая терраса, своя небольшая территория, которую вы можете использовать под бассейн, как некоторые делают, либо под какую-то другую свою зону отдыха. Также есть парковочное место, одна под навесом, и два автомобиля могут находиться не под навесом. Терраса по всей вилле. В общем, очень функциональная. Я вам показала кое-какие мелочи, которые мне понравились. И хочу сказать, что по локации у вас тоже никаких не будет вопросов, потому что до моря буквально километр, рядышком пляжи, магазины рядом, рынки рядом, школы рядом, до Гирны 5 минут. В общем, эта локация очень хорошая тем, что она тихая, спокойная. Здесь рядом только виллы и рядом соседние комплексы из вилл также. Но в то же время здесь вся развитая инфраструктура рядом. Вы сели на машине 5 минут, и вы уже в любом магазине. Банки, ну и прочее. Мне очень нравится эта вилла. Поэтому я вам ее рекомендую. В данной вилле обменный титул. Уже некоторые жители данного комплекса, кстати, иностранцы, россияне, уже получили титул. Этот комплекс был сдан год назад. Непосредственно эта вилла была продана 4-5 месяцев назад, полностью укомплектована и сейчас выставлена на продажу. По цене, которую я на сегодняшний день считаю по качеству строительства, по локации, по всему, ниже рыночной. 359 тысяч фунтов. Если будет человек сразу с деньгами, с серьезными намерениями, я вам скажу, что хозяин вам еще сделает скидку. Поэтому, друзья, если вам понравилось наше видео и данное предложение, то поставьте за наши старания лайки, и я дальше стараюсь находить для вас вот такие уникальные предложения. В ближайшее время мы для вас снимем видео комплекса из вилл, тоже хорошего застройщика, неподалеку. Там виллы вот только будут начинаться скоро строиться и будут готовы в течение 2 лет с рассрочкой на 2 года. Стоимость тех вилл, они будут практически такой же площади, начинается от 400 тысяч фунтов. А это готовый вариант, полностью укомплектован кондиционерами, бытовой техникой, всей мебели. И стоит он 359 тысяч фунтов. Поэтому, друзья, кому нужна такая вилла, у кого есть деньги, у кого есть желание жить на Северном Кипре, если не постоянно, то приезжать отдыхать, иметь такую дачу, такой домик новый, то поторопитесь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и прилетайте на Кипр. Мы вас ждем. Встречаемся на Кипре.